сегодня мы там общались с клиенткой, да, она говорит, а вот про прощение, нужно людей прощать или не нужно? Я говорю, ну, понимаешь, если ты кого-то не можешь простить, ну, не могу простить, это просто твое состояние такое. Честно говоря, вот тому другому человеку, мне до лампочки, можешь ты его простить, не можешь ты его простить, как бы, ну, ходи, мучайся, как бы, типа, я не могу его простить, ну, молодец, как бы, ходи, закручивай себя в узел, да, ты же будешь страдать, а не ваш тот непрощенный негодяй, потому что все вот это вот непрощение, все страдания из-за него мог запихивать туда, куда он может запихать. А куда он может запихать? В тело. Ну, в тело и запихивает, собственно говоря. И вот ходишь ты, у тебя там, не знаю, там поджелудочная какая-то отваливается, например, да? Потому что ты такой так хочешь сильно справедливости, что аж щитовидка у тебя перестает работать, да? Прекрасное решение. Замечательно.